Всем привет! Хочу вам показать свою камбрию. Я ее купила почти год назад. Цвела она очень-очень красиво. Единственное, что она у меня, ну, такая, как какая-то, как дрящок. Видите, корешки, этим корешкам уже месяцев 8. Ну, и они не растут. Начинают расти, закукливаются. Ну, короче, она у меня такая, знаете. Получается, я ее купила вот с этой бульбой, с этой и вот с этой. А вот это и вот это, вот где корешки, уже выросли у меня. Но они какие-то никакие, вот честное слово. Вроде бы она... и хорошо себя чувствует, и не очень. Стояла у меня на окне, и я заметила, что камбриевые, у меня, по крайней мере, они не очень любят свет сильный. А у меня южное окно, поэтому я поставила в метре от окна. Значит, с другой стороны сейчас вам покажу. Вот видите, недоразвитые они какие-то. Столько времени, да, какие-то это, как сосиски. И что вы думаете, что я сейчас заметила? Цветонос. Вот он. На той псевдобульбе, у которой вот корешки не хотят расти. Вот здесь, вот он. Сейчас покажу, постараюсь, по крайней мере. Вот он. Я прям не знаю, что и думать, откуда. Потому что на самом деле псевдобульба недоразвитая еще, не до конца. Значит, я, знаете, что подумала? Вот здесь у меня тилансии висят, да, и я их опрыскиваю, и немножечко воды попадает на эту камбрию. На камбрию и еще на брассию. Я сначала, знаете, ну, как бы пугалась, боялась того, что могут загнить, но нет, видите, дал цветонос. Вот кто его поймет, эти орхидеи. Так что обязательно вам покажу цветение. Очень интересное цветение. Оно бледное такое, но с таким рисунком, с таким узором. Ну, мне очень понравилось, поэтому я купила ее. Все, всем пока. До скорых встреч.